Эх, Этик, я помню, как мы с папой гуляли по ромашковому полю и собирали грибы. Картину почему-то кинул, он бы принёс. Я не знаю почему. Это просто его любимая картина. Картину почему-то кинул. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой, и также Игорем мы будем играть в «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет! Всем привет, ребята! И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. Также, ребята, не забывайте оставлять положительные комментарии, ведь мы очень стараемся для вас, особенно видео «Кто твой папочка». В общем-то, ребята, и не забывайте ставить лайки, потому что мы старались строить эту карту, мы ее строили очень долго, и давайте наберем 5000 лайков на всех трех роликах, и тогда у нас в описании появится эта карта, на которую вы сможете вместе со своими друзьями поиграть. Итак, дорогой друг Эдик, давай пойдем ко мне домой, у меня там есть папа. В общем-то, я тебя сейчас с ним познакомлю. Да, мне интересно. Так, сейчас, папа, открывай дверь. Папа, папа. Кто там стучится в дверь? Здравствуй, Горюня. Здравствуй, папочка, это мой друг Эдик. Это алло, аккуратней со шкетом, это мой друг Эдик, он научит меня курить, пить, делать бульбуляторы, покупать наркотики и снимать шлюп. Ну, нормально. Парень растет, мужик растет. Я захожу, да? Сразу же вам объясняю некоторые правила. Значит, вот здесь, за мной пошли, за мной быстро, шкеды. Вот здесь у нас... Где тут? Никогда сюда нельзя заходить, вы поняли? А что там? А там очень страшно, очень опасно, поэтому никогда сюда не заходите. Если вы зайдете, вы получите от меня, собственно, удары по жопе. Только не ремнем, не ремнем. А, именно ремнем, да. Вообще-то мой друг кавказец, он... Я кавказец, борода по пятке, не путай меня. Вы, шкеды, вы можете делать, что вы хотите, только чтобы вы ничего не ломали и ни в коем случае не заходили сюда. Меня не отвлекать, я пошел пить пивас и смотреть телек. Шо это? Я не понял, я сказал вам никуда ничего не делать. Да, мы просто стояли. Эй, ты что, подслушиваешь? Вот так, я да? Вот так, вот у меня папа, у меня контролер папа. Игорь, подожди, я за тобой. Ой, это что, бревна? Что ты за нами ходишь? Мы будем играть в свои игры. Я буду за вами следить. Если вы что-то здесь будете ломать или трогать, я вас просто... А бревна поломать можно? Бревна поломать нельзя! Это твоя бывшая, наверное, да? Лежит там. Я пошутил. Куда пошел? У меня в крови такой, я же кавказец. Жигули. Это мои вообще жигули, и их нельзя трогать. А что это такое? Папа, ты нас прокатишь? На жигули, обязательно, да? Прокачу, но когда вы подрастете маленько. Пока вам сюда нельзя. Вообще-то, вон, смотри, у него борода. 5 лет. Я бородаю уже старше, чем ты. Васек. Вообще-то у меня тоже есть борода. У меня вообще-то очень сильный ракет. На голове. А борода еще не только на голове. Ты просто переросток. Переросток папаша какой-нибудь. Да, Игорек? Извини, пошутил про папаша. Так, они поняли, ты руку на отца поднимаешь, они поняли? Игорёк, я, наверное, не вовремя домой пришел, да, к тебе? Нет, все нормально. Все норм? Знаешь, такие ссоры, такие, знаешь, ну, семейные. А меня чё бьёт? А если я папу своего позову? Что происходит? Что там происходит? Ну так, ребята, собственно, можете проходить дальше, осматриваться. Ты куда побежал? Куда побежал? Ты? Что это такое? Куда не побежал, все нормально. Мусорки всякие. Еще один. Смотри. Чё я нашёл? Чё такое? Хуй ж меня поднимаешь руку на взрослого, не понял, ты чё? Я случайно, Васёк! Осторожно, бороду порвёшь! Не трогай! А чё ты такой, Игорь? Быстро сюда подошёл, быстро! Какой где? Я есть хочу, папа! Где второй, я не понял? Я не понимаю! Мы вообще-то тут пришли! Стоп! Игорёк, мы что, не в прятки играем? Не, подожди, нам надо поесть. Мы как бы пришли, да, нас что-то батя не кормит. Где гороховый суп? Ладно, пройдемте сюда, пройдемте. В принципе, давай. Вот здесь есть тарелочка, только есть одна у нас крольчатина, можете взять покушать. Так, я не понял, ты куда пошел? Сюда. Я есть хочу, шашлык давай. Ладно, в принципе, здесь тоже... Что вы говорите с тарелки-то? Шашлык! Так, собственно, игрок у нас воскрес из мертвых. А где мой нож? Садись быстро. Нож где? Вот, смотри, Игорек, я припас для тебя, иди сюда. Куда пошел? Игорь, вот на, тебе. Посмотри, чтоб папа не забрал. Я тоже нашел.
Чё-то кавказская кровь, сильная сволочь. Так, я теперь буду как ребенок физрук. Как ребенок физрук с ножиком, короче, понял? Буду такой байкер, короче. Так, собственно, батя, мы зубы чистить будем? А чё это такое? Понимаешь, у нас два ножа, теперь... Канализация? Понимаешь? А чё тут просто такое? Вылез отсюда, нет! Сидён это делать за вас. Ладно, ладно, уйду. Так, душ тут есть. Я вот интоксикацию сделаю. Вот так вот тёлок просто, вот так вот тёлок, вот так вот, вот так вот тёлок просто. Тёлок. Так, я научу, Игорь, меня папа уже учил. Ты ж видел ножик? Мы вообще-то тут два КВГС, но я не КВГС. Дали мне ножи свои, быстро ножи мне свои отдали. Не могу. Быстро ножи отдали. Кавказец без ножа не кавказец. Я маленький кавказец с ножами, я не понял. Быстро ножи мне отдали. Давай. О, опять какая-то. Чё, я брошу на потихоньку. Я ремень. Ведро с водой тут всякое. Нет, тебе сюда нельзя. Я сказал вам сюда не заходить. Никогда. Ладно. Где? Стой. Где второй? Где Игорёк? Где Игорюня? Игорюня! Игорёк, иди. Я не понял. Эдик, где Игорюня? Где Игорюня? Мама другой. Не скажу! Что? Я беги! Потекло! Ах, вы же мелкие козлы! А ну быстро отдай! Быстро отдал, что взял! Отдай! Быстро отдал! Я? Отдай! Это моё! Кому? Я курю после школы просто. Что происходит? Ах, вы же маленькие засранцы! Можно я двигатель отремонтирую? Какой двигатель? Это не надо! Не надо это трогать! Не трогай, не смей! Значит, он же поломан! Отошел отсюда! Меня папа учил! На приоре! Да, он тебя учил, я на приоре! Можно? Я уже 3 приоры занизил! Ты мне не веришь? Я не доверяю каким-то мелким друзьям моего сыночка. Игорь, ты где? Игорь! Куда вы побежали опять? Не понял. Игорь! Быстро отдай вот эту штуку. Отдал. Нет, быстро... нет. Быстро отдал эту штуку, я не понял. Нет. Тебе надо давать по жопе, я не понял. На шаг приблизился, всем отравленную картошку. Не приближайся. Ладно, просто отдай мне зажигалку, я тебе больше не подойду. Буль-буль тону. Ну на. Буль-буль тону. Я отдал. Ой, Игорь, ты шо там? А ну покажи. Так, а ну выйди отсюда, вышел отсюда. Можно я? Как за вами следить-то? Вышел. Да. Я уже попробую. Папину столько. Вот так вот все. Папину вот так. Я не так, а вот так боком нужен. Вышли. Меня папа учил. Вышли. Вот так. Но. Папин твой туалет быстро вышли отсюда. Молодцы. Ой, наконец, дети. Так, что там у нас тут происходит? Это что такое? Ой, зажигалку выронил! А ну, нет, верни мне! Нет! У тебя папа маньяк, Игорь! Дети, бегите, быстрее, бегите! Это что тут такое? Ставьте меня! Нет, что же вы делаете? Что там? Это ступолок! Я случайно! Эдик, что ж мы натворили? Что произошло-то? Где мне тебя жить? Я не знаю, что с твоим папом? Почему он не лежит? Почему? Папа Игоря. С вами все в порядке? Оставьте меня. Мы не хотели. Я не могу, я оторвало ноги. Игорь. Я тоже в воздухе, да? Ага. Эх. Эдик, я помню, как мы с папой гуляли по ромашковому полю и собирали грибы. Картину почему-то кинул, он бы принёс. Я не знаю, почему. Это просто его любимая картина. Картина почему-то кинул. Ну так получилось. А то ты можешь усыновить, Эдик? Может, он, кстати, шарму передал твоему папе, но я не успел ему это дать. Ну, это хорошо вообще, но мы ему накидали гриб, картину, шаурмы вместо цветов. Не знаю реально почему, но так вышло. Я уже скучаю, хоть я его и не знал долго. Эх, ну ладно, пойдем. Пойдем.
В общем-то, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк для того, чтобы Жека воскрес и все было хорошо? Да, помогите мне. Да, и пишите положительные комментарии. Мы стараемся читать все комментарии, на самые интересные отвечаем. Также подписывайтесь на наши каналы, все ссылочки есть в описании. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока.